пчелок уважаешь? Тогда тебе на op.dota.com куча различных игровых режимов. Раздача халявного бабла каждые 15 минут. На op.dota.com мгновенные выплаты, а поддержка работает 24 часа 7 дней в неделю. op.dota.com. Проверь свою удачу! Первая игра на козырьке. Ребята, что мне купить? Первая игра на козырьке. Ну что, суки, поехали, блядь. Левел один козырек, блядь, выкатывается, сука. Так, наверное, крипов тоже работает, я не знал. В центре. Ой, блядь. Обидно. Блядь, у меня кнопки не жмутся, блядь, я мог выжить, нахуй. Ооо, просто кнопки не жмутся. Надо было блинк, третий блинк. Блять, как он вообще до меня достал этим кончиком ебаным нахуй? Да хватит! Просто чел меня башит уже сколько раз такой хуйней. No fun, boys, no fun, go, go, go. Save it, Fofikov. Первая на козырьке. Бать, мы линию отъебали.
Морфы, играющие без фастманты против потенциального драфта с Весовым. Это, ну что можно сказать, маме привет только, не знаю. Рандом Тимбер. Бля, вот. Против него рандом Шторм. Против меня все игры ФП шел Сайленсера, там, ну и после Сайленсера ебал. А за меня, конечно же, он нажал рандом. Просто на Тимбере, а за рандом. Я не люблю с ним на Тимбере играть. Он на Тимбере просто бежит всегда, на похуй. Куда угодно, из моей кнопки. Почему у меня пятерка банша? Ну, блядь. Ну... Вторая игра на козлике. Поехали. I TP body of silence, you can try to kill him. Ой, меня бесит только... Какой я даун, на самом-то деле. Ну что за... Откуда я знал, что он не сможет зачинить свои три ебаных скилла, блять? Что качает рекламу на 20-м блинк или бэкстап? На самом деле бэкстап скелится на 2, это пиздец. Ну и блинк тренч тоже пиздец. Два таланта пиздец сильно. I'm going to play with Zipzapra, guys. Extremely strong, guys.
Shaker solo получается. Go and them. Guys, Slark, 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 Slark. Shaker slow. Level up. Level 2 на месте.